Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Больше месяца не выкладывал новых видео, для этого есть уважительная причина. У меня состоялся переезд в новые апартаменты, я планирую открыть сейчас офис, для того, чтобы уже полноразмерно развернуться со своим проектом. Ко мне приехали дети от моего первого брака, две дочки. Вот, поэтому я где-то до конца июля решил себе устроить каникулы Бонифация. Вот. Возможно, найду время выложить несколько видео, так сказать, чтобы мои регулярные зрители про меня не забывали. Но основная деятельность начнется тогда, когда уже заработает офис, и я, соответственно, опять начну регулярно выкладывать информацию по жизни в США. У меня есть очень много интересной и полезной информации, так что мне есть что рассказать своим зрителям. Вот. Особенно для тех, кто собирается переезжать непосредственно в ближайшее самое время. Хорошего всем дня, хороших выходных, ну и summer moved on, лето идет, ура!